Всем привет и рад видеть вас на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах, перспективных ICO и о баунти компаниях. Сегодняшний выпуск посвящен баунти компании проекта STK. STK – это глобальные платежи, вы можете легко совершать покупки, оплачивать услуги, но более подробно о проекте я сделаю чуть позже тоже видео, видеообзор, презентацию, мы узнаем об этом позже. Если кто-то желает эту информацию получить быстрее, то есть официальный сайт и белая книга этого проекта, можно ознакомиться. Значит, ICO закончится 24 ноября 2017 года. Есть еще время действительно подумать, изучить этот проект и принять участие. Сейчас же я предлагаю изучить баунти программу и распространить информацию об этом проекте, привлекая тем самым новых инвесторов и знакомя вашу аудиторию с этим проектом. Итак, для этой Bitcoin Talk Bounty программы STK зарезервировала 1% проданных токенов для награждения участников. Все эти STK токены будут полностью распределены среди участников STK Bounty компании. Все пользователи должны зарегистрироваться в официальном телеграм-канале, в официальном Discord-канале, чтобы иметь право участвовать в баунти программы. Мы с нетерпением ждем вашей поддержки и рассчитываем на нее. Итак, на подписную кампанию выделено 35% STK токенов, на кампанию по переводам 25%, Twitter-компания 10%, блоги-медиа 30% STK токенов. Баунти будет распределяться после создание смарт-контракта на продажу токенов STK и распределение токенов STK состоится в конце кампании по продаже, в конце ICO. После отправки ETH адреса по какой-либо причине он не будет изменен, будьте осторожны при отправке своего ETH адреса. Не отправляйте ETH адрес из обмена ShapeShift, микшеров или других подобных сторонних сервисов. Так, компания по переводам. На эту компанию выделено 25%. Ссылки на основную ветку и на белую книгу проекта. Использование переводчика Google, автоматизированные системы переводов, естественно, не допускаются. Перевод документа белой книги 200 частей, перевод основной ветки Bounty ветки 150 частей, модерация 5 частей за каждый принятый пост. Чтобы зарезервировать язык, пожалуйста, разместите свой интерес с некоторыми из ваших предыдущих работ по переводу, и мы выберем кандидатов для перевода. Так, здесь вот есть форма, что нужно указать. Закончив перевод, заполните эту форму своим переводом и другими деталями. Ссылка здесь. Уже зарезервированные переводы. Вот список: хорватский, китайский, еще раз, румынский, немецкий, хинди, индонезийский, филиппинский, корейский зарезервированы. Остальные, собственно говоря, свободны. Таблица завершенных переводов здесь. Переводы должны быть оригинальными, копипасты, естественно, запрещены. Как я уже говорил, технические переводы запрещены. Пожалуйста, делайте качественный контент. Далее, социально-медийная программа 10%. Оплата 5 частей в неделю за каждого действительного пользователя в Twitter. Для того, чтобы принять участие, подпишитесь на официальный канал здесь. Твиттер-аккаунт должен иметь минимум 200 подписчиков. Вы должны быть активными и постоянно пользоваться Твиттер. И должны делиться, распространять официальные твиты и обновления о STK. Условия и правила могут быть изменены. Таблица участников здесь. Блоги и медиа.
баунти программа 30%. Каждый может принять участие, подготовив более 4 слов в блоге и публикации, и публикуя их в интернете. Некачественные статьи не принимаются, статьи должны быть оригинальными, копирование чужого материала, естественно, запрещены. Статьи должны быть длиннее 400 слов, значит, если нет 4 слов, статьи приниматься не будут. Статья должна иметь 2 ссылки на официальный сайт проекта stktoken.com и ссылку на белую книгу. Обязательно проверьте свой ETH-адрес в оформлении. Так. По наградам. Значит, 20, 10, 20 или 30 частей в зависимости от уровня качества. Все ставки будут выданы в конце кампании. Заявка на участие здесь, список принятых участников здесь. Подписная кампания 35%. Junior member получит 15 частей в неделю, member 15 частей в неделю, full member 30, senior member 50, hero member 80, legendary также 80 частей в неделю, плюс 5 частей в неделю, если вы установите аватар. Так, правила. Значит, вы должны сделать 10 конструктивных сообщений в неделю. Сообщение должно быть не менее 75 слов. Естественно, не должно быть отрицательного доверия. Будут засчитаны только 5 постов в неделю. То есть больше мы будем считать только 5 максимальных постов в местной ветке за неделю. Пользователи не могут изменять адреса платежей, потому что мы не можем обрабатывать административную сторону этого. Вы должны использовать один и тот же ETH-адрес для всей компании. Для того, чтобы принять участие, необходимо заполнить форму по этой ссылке и список принятых участников здесь. Присоединяйтесь к баунти по программе этого проекта. Также более подробно о нем можно ознакомиться уже сейчас на их сайте. Есть обзор белой книги. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к баунти программе, участвуйте в ней и зарабатывайте токены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!